Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляет. Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики, с вами как всегда Дезертир, как вы уже поняли, и это игра Dawn of War Warhammer 40 000. Ну что ж, давайте будем ее проходить, а помимо этого я готов вас еще раз поздравить с наступившим Новым Годом. Да, ведь это видео вышло ровно спустя час после наступления Нового Года. И я рад вас с ним поздравить. Всем спасибо за приятный Новый год. Надеюсь, вы его проведете так же отлично, как и я. В общем, ладно, поехали. Давайте. Компания, сценарий. Я тут уже, как вы видите, перезаписывал. У меня не получилось, накосячил, но неважно. Я думаю, эта запись получится намного лучше той, которая была. Итак, обреченная планета. Первая миссия первого Dawn of War. Замкнуть ряды. Именем императора ни шагу назад. Мы их не удержим. Спасайтесь, кто может. Трусы! Или сражайтесь, или умрите. Я капитан Габриэль Ангелс, командир третьего отряда Кровавых Воронов. Докладывайте. Капитан, простите меня. Мы сделали все, чтобы остановить орков, но потерпели поражение. Жизнь моих людей теперь в ваших руках. Вы не дрогнули перед лицом врагов Императора и тем самым выполнили свой долг. И если ваши люди подвели вас, будьте сами судьей своим людям. Благодарю вас, капитан. Оставьте церемонии. Я здесь не за этим. Следует защитить космопорт, если мы хотим организовать доставку войск и припасов на планету. Именно поэтому я здесь. Теперь, как обстоят дела с эвакуацией раненых и мирного населения? Положение неутешительное. У нас всего несколько кораблей. Тогда у вас будет достаточно кораблей. Всем пилотам Кровавых Воронов, выполняйте процедуру 23 и обеспечьте эвакуацию гражданского населения. А мы пока высадим войска для наземной операции. Да, мой командир. Наземной операции, капитан? Но ведь орки отступили. Чтобы победить врага, его нужно знать, полковник. Орки отступают исключительно для перегруппировки. Они продолжат атаковать до последнего. Либо вы, либо они должны быть уничтожены. Третьего не дано. Собственно говоря, вот именно так начинается знакомство. Уничтожим эту инопланетную мерзость. С данной игрой. Это самая первая миссия, которая есть в Dawn of War. Ну и мы будем отвоевывать нашу землю. Сегодня прекрасный день для битвы. Но пока не завершено развертывание оплота веры, нашего боевого штаба, нам следует проявлять осторожность. Страх повергает веру. Мы готовы к испытаниям. Собственно, начнем потихоньку захват, пока оплот веры не был почти великолепен. Оплот веры завершен. Пора позаботиться о развертывании передовой базы поддержки. Пришло время для захвата стратегических позиций. Три ближайших стратегических позиции вполне подойдут. Для начала захватим их, а потом займемся остальными. Сейчас единственное, я не понял, почему у меня карта немножко криво отображается. Прежде всего необходимо развернуть кельи казармы. Это позволит нам вызвать с орбиты несколько дополнительных взводов космодесанта. Ну да ладно. Вот, кельи я уже начал постройку. Да, вот они, кельи казармы. Захват удался. Захватываем здесь, уже захватили.
Давайте перейдем к захвату еще вот этой точки. Захватим во имя Императора, не потеряем ответственность противника. А вот, потихоньку надо захватывать вот так да, вот. То все, пятое-десятое. Я здесь для того, чтобы служить, как скажете. Ставить сегодня защитные порты вот такие. Страх. Начинается после производства. Превосходно. Кельи и казармы успешно развернут. Теперь начат. Следует да, вызвать ой, несколько ой, дополнительных ой. Взводов космодесанта. Схема строительства 720. Конечно, мы их вызовем. Насколько я помню, мы здесь можем построить всего два таких человека. Вообще я заметил, то, что нас атакуют, а я даже этого для не для того, чтобы победить орков, необходимо оружие помощней. Мы должны развернуть оружейную для доступа к тяжелому вооружению. Вот, но космодесантники довольно бравые и сильные ребята, поэтому они спокойно справятся. Вот прибыл в ваше расположение. С таким количеством. Обнаружена стратегическая позиция. А мы продолжим потихоньку дальше развивать наших ребят. В вашем распоряжении. Не будет мира до тех пор, пока враги Императора отравляют воздух своим дыханием. Как вы видите, мы присоединили одного из наших героев к отряду. До тех пор, пока враги Императора отравляют воздух своим дыханием. Впоследствии нам будут доступны такие функции, как сброс десантников напрямую с неба. Сейчас мы накопим 50 единиц и вызовем еще одного солдата. В вашем распоряжении. Вот. Что я должен сделать? Неплохо. Мы захватили несколько стратегических позиций. Захватывая их и возводя на их месте наблюдательные посты, мы обеспечиваем себя постоянным приростом влияния, который можем использовать для вызова подкреплений и улучшения вооружения. Еще один прекрасный отлично. День в истории. Оружейная завершена. Я жду теперь вашего космодесант приказа. Можно довооружить огнеметами и тяжелыми болтерами. Да, ну я это в принципе пропускаю по причине того, что, ребята, это все-таки обучение. Развернув генератор, мы обеспечим себя энергией, что требуется нам для поддержки наступления. Итак, один отряд мы сделаем полностью огнеметным. Страх повергает. Даже, наверное, два таких, скажем так, отряда. Да, мой командир. Остальные же два отряда мы сделаем полностью пулеметом. То есть тяжелые болтеры. Замечательно. Позиция теперь защищена от посягательств орков. Следует строить наблюдательные посты на всех захваченных стратегических позициях. О, давайте мы сейчас попробуем провести наш... Не будет мира до тех пор, пока враги Императора отравляют воздух своим дыханием. Отряд вперед и убить первых орков. Пришло время найти логово этих орков. Они, должно быть, основали лагерь где-то внутри этого имперского космопорта. Где? Не даем им пощады, быстро наступаем. Нам ни в коем случае нельзя давать им перегруппироваться. Ну или вообще что-либо успеть сделать. Оружие к бою готово. В атаку! Может, чем больше мы будем стоять на одном месте, тем есть вероятность, что орки могут набрать силу. Оружие к бою готово. Давайте, нам вот предлагают вот сюда сходить. Мне интересно, что же здесь такое. Приказ понял. Да пойдем. Разведаем. Войска атакованы где-то были. Но я что-то этого не заметил. Так, продолжаем делать из наших войск нужных мне. Очистить! Изграть! Уничтожить! Вот, видите? Атакующий маневр, атакуем давайте. Атакуем согласно приказу. Подходите, ребята, все. Атакуйте. И потихоньку, да, вот мы захватываем. Смотрите, все, что лагерь орков. Посмотрите-ка, пролом в защитной стене космопорта. Должно быть, они пробились именно этим путем. Мы должны уничтожить этот и любой другой лагерь орков, который эти мерзкие твари успели построить. Вот, на данный момент вы видите то, что довольно легко проходится, но опять же, это учитывая среднюю скорость. Этот орочий лагерь уничтожен. Можно, конечно, захватывать все вот эти точки на данной миссии, но в принципе здесь это не особо пригодится, потому что... Судя по всему, имперской страже требуется помощь! Потому что Немедлите, братья! Вполне себе наши могу молитвы так были услышаны. Вот идет космодесант.
Давайте быстро разберемся с этими орками, отступим чуть-чуть назад и разберемся с теми. Время доказать, что это так. Вот. Есть. Почему я, например, разделил, да? То есть сделал отдельно ребят с болтерами, отдельно ребят с огнеметами. По той причине, что болтеры, как вы видите, разворачиваются долго, а огнеметы разворачиваются довольно быстро. И нужно и то, потому что для войск, которые вблизи, их лучше атакуют огнемет. Для тех, кто вдали, лучше атакует, соответственно, как вы поняли, болтер. Есть. Поэтому вот так вот. Вперед к славе. По крайней мере, я когда играл в детстве, так все время делал. Хотя в каком детстве-то? Не так давно было. Используем 23-е построение. Хотя все относительно. Оружие к бою готово. По славу империи. Так. В любом случае, это слегка новогодняя серия. А, и кстати, ребят, возможно, вам кажется, что у вас немножко растянут экран. Да, именно так, потому что игра, к сожалению, я бы сказал, ну, не весь, конечно, интернет, но большую его часть, не нашел никаким образом, как же беднягу развернуть на 1080, и пришлось это делать с помощью X-сплита. А вот так вот и живем. Так что изображение слегка растянуто, но зато в полный экран. Приказ принят. Я надеюсь, это не особо мешает. Ладно, продолжаем наступление на орков нашим правым отрядом. Мы еще никого не потеряли. Надеюсь, все так и будет. Приказ принят. Так, надо выносить все пушки, они очень довольно сильный нам урон наносят, и это печалит. Вот и потихоньку начинаем проходить дальше. Как вы видите, у орков все здания атакуют. То есть везде, на любом здании у них есть какой-нибудь атакующий персонаж. Это очень интересная тема. Причем такого, по-моему, ни у кого больше здесь нету. Вот, потеряли первого человека, кстати, это был огнеметчик. Это печально в каком-то смысле, есть. Но ничего. Атакуем противника. Космодесантники, как говорится, не сдаются. Осторожны, братья, враг близко. Атакуем согласно приказу. Вот первый, кстати, мы видим упертый танк. Оружие который сейчас готово. Развалится, потому что мы его разобьем к чертям. Если, как видите, болтеры атакуют с довольно дальнего расстояния. Реально дальнего, то есть вот, ну... Где обычные десантники, где болтеры. Бойтесь то есть, нашего гнева. Все-таки бойтесь стоит их, наверное, гнева. Прокачивать иногда. Очистить, изгнать, уничтожить. Атакуем. Штука это полезная. Очистить, продолжаем изгнать, уничтожать орков. Не даем им покоя. Должны вообще уничтожить все. Это, кстати, генератор орков. Такой же, как у нас здесь, тоже доступен, но я его я здесь построил. Для того, чтобы служить. А, нам про, да, про него даже еще не сказали ничего. Вот. Ну и не важно, мы без него проживем. Будьте осторожны, братья, враг близко. Давайте быстренько вырежем еще вот этих орков. Пока они почти не вырезали наших. Построиться! Оружие надо завершить начатое. Отличненько, отличненько, мы все проходим довольно быстро, легко, приказ не потеряв принят. Почти ни одного бойца. А вот. Здесь указан, собственно, боевой дух, моральная составляющая отряда. Здесь указан уровень здоровья, если выбрать, допустим, всех, да, мы не увидим, сколько здоровья. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, показывается каждое здоровье у каждого персонажа отдельно. То есть, видите, да, за исключением героя. Герой, естественно, показывает свое собственное здоровье, то есть, сколько у него ХП и так далее. Здесь мы можем, кстати, его тоже посмотреть. То есть, во имя императора! Но так как он в отряде, сегодня мы видим, опять же, общее количество. Смысл слова страх. Ну что ж, давайте оружие наступать дальше. Готово. Давайте наступать дальше. Приказ принят. Здесь наступают на наш танк. Мы спасем. Мы не дадим своих в обиду. Ждем приказа, сэр. Приготовиться к атаке. Тяжелое вооружение к бою готово. Вот теперь у нас есть еще свой собственный танк. С нами. Броня полностью экипирована. Как видите. И давайте просто его починим. Я не хочу, чтобы у меня был раздолбанный танк. Я жду вашего приказа.
чтобы этот танк починили. Броня полностью экипирована. Сегодня враг познает смысл тяжелое слова «страх». Вот, на самом деле это не наш танк, да? То есть это танк этого... Как бы сказать там... В общем, во имя это танк императора. Империи. Это танк имперский. Войск. У нас танк немножко по-другому будет выглядеть. Тяжелое вооружение к бою готово. Танк по непонятной мне причине делает какую-то фигню. У него осталось мало здоровья. В принципе, он может нас поддерживать, если мы будем медленно проходить. Оружие к бою готово. Есть. Мы здесь везде видим. Очистить! Изгнать, знаки отличия. Во славу империи. Кстати, самое смешное, если бы я прошел вот здесь, я бы этот танк не получил. То есть, есть еще один проход, он находится вот тут вот. Если там пройти, то я не получу этот танк. Броня полностью экипирована. Давайте я быстренько подъеду к ребятам. Слушаюсь, меня наконец-то починят его. Все-таки без танка не броня так интересно. Броня полностью экипирована. Вот мы тем временем сегодня начнем выступление. Враг познает смысл слова страх. Все это дело происходит довольно быстро. Бойцы довольно расправляются хорошо. Приказ принят. Так, пока нам чинят танк, а нам его уже почти починили. Дух Лемона Расса с нами. Так точно. Уже смотрится вот сюда, посмотреть, есть ли здесь что-нибудь. Выдвигаемся. Так точно. Оружие к бою. Слушаюсь. Есть орки. Так точно. Выдвигаемся. Довольно так много точно. Орков. И начать их убивать, что я могу сказать. Кстати, на самом интересном месте получается такая фигня, что когда танк стреляет, он наносит урон как нашим войскам, так и чужим. Поэтому никогда не используйте танк. Уже в пути. Скажем так, так точно. Настроиться. Надо завершить начатое. Во время пути. Атаки своих слушаюсь, сэр. Войск пехотинцев. Слушаюсь, сэр. Слушаюсь, сэр. Никогда так не двигаемся. Это очень печально. Что-то тут так много трупов вокруг этого танка. Итак, мы продолжаем. Мира до тех пор, пока враги императора продолжаем наступление. Отравляют воздух своим дыханием. Мы умудрились, кстати, здесь потерять много людей. Я даже этого не заметил. Бойтесь нашего гнева. Этот отряд я... Будьте бдительны! Врага угодно! Направьте нас на врага! Я этот отряд отправлю чуть-чуть назад. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу. Давайте потихоньку пропадать. Дух Лемона. Также мы видим здесь солдаты. Солдаты. Танк обстреливают довольно сильно. И давайте попробуем его починить так, чтобы нас не успели убить. В принципе, в большинстве своем танку пофигу. Уже в пути. Выдвигаемся. Уже в пути. Уже в пути. Выдвигаемся. Один танк довольно неплохо разбивается с начальной пехотой. Слушаю, разбирается, сэр. Точнее. Так точно. Так. Ожидаю приказаний. Что мы здесь видим? Моя вера защитит меня. Объявляем атаку. Воистину, еще один прекрасный день в истории империи. Дух объявляем атаку. С нами. Танк довольно неплохо разбирается со всем. Продолжаем атаковать. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу. Почему-то вот этот отряд упорно не хочет атаковать. Похоже, это последний из них. Неплохо сработало. Кровавые вороны. Готово. Победа за нами! Вот, как вы видите, мы все сделали этот как надо. Этот лагерь уничтожен. Все отлично. И мы уничтожили противника, по сути, ничего не понеся. Сегодня враг познает смысл слова страх. В плане потерь. Дух Лемона Расса с нами. Единственное, нам, по идее, еще вот здесь вот что-то надо зачистить, но... Приказ понят, я брат. Немножко не есть. Понимаю, где и Ремонт как. К славе! Выдвигаемся! Давайте быстренько сходим туда и посмотрим, что же я там не дочистил. Приготовиться к атаке! Выдвигаемся! Потому что... На мой взгляд, я дочистил здесь все. Моя вера защитит меня. Что угодно. Заодно на всякий случай давайте... Приказ понят, брат. Есть. Захватим. Захватим. Во имя императора. Как говорится, во имя императора, да? В вашем распоряжении. Посмотрим, что же там не так. Задача получена. Броня полностью экипирована. А, вот, вот, вот. Вот я что, недоубил? Все, понял. Оружие к бою.
Сейчас ребятам достанется больно. Ой, куда-то пушка не в ту сторону вообще выстрелила. Примерно, собственно говоря, вот так и проходят все бои в Вархаммере. Не знаю, мне он нравится, я обожаю эту игру. Наверное, даже в каком-то смысле больше Старика. Но обожаю в основном именно первые Dawn of War и все его дополнения. Потому что второй, он немножко измененный, скажем так, там... Перегруппироваться. Ну, не такой он по мне. Слушаюсь, сэр. Слушаюсь, сэр. Так, так что же я здесь не сделал? Слушаюсь, сэр. Захват удался. Просто выдвигаемся. Так, я пытаюсь точно понять, что я не сделал, чтобы миссия прошла успешно. Ну, то есть я же дошел вроде сюда, нет? Что угодно. Идем под нашей защитой. Вперед к славе. Или вот там надо именно захватить было. Фиг его знает. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Давайте я прям даже сюда пройду. На тяжелое что? Вооружение к бою готово. Выдвигаемся. Направьте нас на врага. Будьте бдительны, братья. Есть. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Возможно, просто какой-то глюк, фиг его знает. Броня полностью экипирована. Уже в пути. В любом случае, я пропущу тот момент, пока я выясняю, что же здесь не то или не так. Вот. И вернусь. Задача получена. Вернусь к вам уже. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мы готовы к испытаниям. Когда это дело закончу. Ну, это логично, в принципе. Вперед к славе! Вперед к славе! Собственно говоря, возвращаемся пока назад. Ожидаю приказаний. Здесь вроде всех освободил. Они не сражаются. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Вера и долг. Служу человечеству. Дух Лемона раса. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Вера и долг. Как бы, если честно, то у меня никаких предположений о том, что здесь еще можно сделать, нету. Поэтому... Я жду вашего приказа. Сложно сказать, что здесь не так. Давайте задачи посмотрим. Разверните базу, незавершенной для развертывания основных зданий базы для вызова дополнительных... Возьмите под контроль космопорт. Страх идет под нашей защитой. Да, лорд. Подчиняюсь. Как можно быстрее. Процесс строительства начат. Как можно быстрее. Враг атакует! Вера, наш щит! Атакуем противника! Направьте нас на врага! Ожидаю приказаний! Вперед к славе! Вера наш щит! В вашем распоряжении.
повергает веру. Собственно говоря, есть некоторая вероятность того, что я вспомнил, как именно прокатить, и что же здесь надо, так сказать, делать. А делать надо было примерно следующее. Построить еще пару генераторов и полностью, по идее, зачистить карту. Я надеюсь, это поможет. Генератор постоянно вырабатывает определенное количество энергии. Существует ограничение на количество генераторов, которые могут быть построены для каждого оплота веры. Да, это конец, друзья мои. Это конец этой миссии. Ну, я оставляю вас посмотреть заставку. А вам всем удачи, еще раз с Новым годом. Пока-пока. Для меня большая честь говорить с вами, Хранитель. Я хотел бы, чтобы мои люди послужили вам наилучшим образом. Подождем, пока капитан не закончит молитву. Я видел, как вы сражались с орками, полковник. Вы храбрый воин, чего, правда, я не могу сказать о ваших людях. Я укреплю их веру, мой господин. Надеюсь. Иначе мы сделаем это за вас. Я вижу, вы хотите задать мне вопрос, полковник. Спрашивайте. Как вы догадались? Даже не используя мои пси-навыки, это очевидно. Говорите. Это правда, что ваш отряд недавно искоренил ересь на планете Кирена? Обряд очищения? До последнего человека на планете, включая женщин и детей? Полковник, я рад вашей компании, но отнюдь не вашим вопросом. Если хотите сохранить хорошие отношения с капитаном, не спрашивайте его о Кирене. Брат-капитан, полковник просит у тебя аудиенции. Спасибо, Изидор. Мой капитан, 37-й полк имперской стражи готов к защите города и ждет вашего приказа. Они хотели бы искупить свою вину и... У них будет много возможностей доказать свою преданность императору. Кровавые вороны покидают город. Теперь его защита лежит на вас. Я отдам распоряжение своим людям. Могу я узнать, каковы ваши дальнейшие планы? Орки уважают только силу. Что ж, я собираюсь продемонстрировать им, что ее у нас более чем достаточно.